Добрый день, меня зовут Татьяна, я являюсь репетитором в Ассоциации репетиторов, и это моя видеовизитка для этой платформы Ассоциация репетиторов. Я очень рада вашему визиту на мою страничку. Я являюсь сертифицированным компьютерным лингвистом. Я выучилась в Высшей школе экономики на специальности фундаментальная прикладная лингвистика. Сейчас преподаю английский язык здесь. И очень-очень хочу, чтобы английский язык также зажег ваше стремление к достижению цели, так же, как это было со мной. Немножечко о себе и о моих подходах. Кроме диплома по английскому языку уровня C1, у меня также есть диплом по французскому языку уровня B2. Иными словами, я знаю, как учить язык. После лингвистического образования я понимаю, как этот язык работает. При этом, как его объяснить так, чтобы было не занудно и не скучно, я прекрасно понимаю. В школе, в университете, может быть, у многих были очень скучные, очень занудные уроки языка, будь то английский язык или любой другой язык. Я такое не люблю, я такое избегаю, так что вы точно не будете страдать от скуки. Во-вторых, я могу представить, насколько неудобно носить с собой учебники бумажные. Ну, кто-то любит по ним заниматься, конечно. Когда мы говорим про онлайн-созвоны, бывает очень неудобно ориентироваться на несинхронизированные между преподавателем и студентом материалы. Поэтому все занятия со мной проходят на интерактивной платформе. Домашка проверяется автоматически. Все это быстро, все это понятно. При этом я оставляю очень подробный фидбэк. Одна из главных причин, почему я вообще люблю учить языки, это мое хобби. Поэтому интерес является залогом каждого урока со мной. Формат изучения грамматики, изучения лексики, темы, которые мы можем изучать, все это подбирается именно так, чтобы было интересно. Потому что если не интересно, то никто ничего учить не будет. Я гарантирую интерес и всегда поощряю разговоры о ваших интересах. Как человек достаточно занятый, я прекрасно понимаю, что все эти рекламируемые интенсивы, они, конечно, кому-то помогают, но не все могут заниматься там 2-2,5 часов в один день, поэтому у меня очень широкий спектр форматов занятий. Короткие уроки, длинные уроки, уроки, асинхронные уроки. Возможно, для кого-то из вас была проблема в том, что уроки, может быть, или пары были не для вашего уровня. Слишком сложные, слишком простые. В любом случае, это, конечно же, ваш прогресс замедляло, это не помогало вам развиваться, поэтому все уроки, которые проходят со мной, они прямо строго под ваш уровень, абсолютно кастомизированные. Что касается того, что я преподаю, общий английский, могу подготовить к экзаменам, конкретно CAFC и IELTS. Первые два я сдавала, к IELTS я готовилась. Что касается уровня, в большинстве своем я работаю с студентами от уровня B1. Надеюсь, вам стало интересно. Надеюсь, вы захотели попробовать. Если это правда, можете записаться ко мне на бесплатный 30-минутный созвон. Мы обсудим ваши цели, мы посмотрим, как их решать, мы подумаем, как часто нам заниматься, как нам заниматься. Вы сможете задать любые интересующие вас вопросы. Я с огромной радостью на них отвечу, поэтому не стесняйтесь, пишите. Я вам отправлю ссылочку, вы сможете ко мне записаться на бесплатный урок. Пока-пока!